В администрации Сургута рассказали, как будут праздновать День города. 12 июня гуляния в городе развернутся на нескольких площадках. В парке культуры и отдыха обещают велогонки, парад невест и соревнования на детских колясках. В Сургутском музыкально-драматическом театре покажут спектакль в память о нашем поэте Петре Суханове. У культурного центра «Порт» пройдет семейный опен-эйр. До позднего вечера на площади перед театром Сургу будут петь и танцевать местные звезды эстрады. В этом году с датой Дня города и России совпал фестиваль национальных культур соцветия. В Комитете культуры и туризма пообещали модернизировать формат, но всех подробностей не сообщили. Этот фестиваль пройдет в нашем городе уже в 21 раз. Город Сургут – это один из, наверное, самых многонациональных городов России. Более 120 национальностей у нас проживают. И тематика сегодняшнего дня города, праздного дня города – это как раз становление города Сургута. А в становлении участвовали все, независимо от национальности, от вероисповедания и так далее. В едином таком хороводе будем праздновать.